Всем привет, друзья, с вами Андрей, Максим и Святослав. Итак, ровно, хотел сказать, 9 месяцев назад, сейчас практически, ну, примерно так и выходит, да? Угу. 9 месяцев назад да. Мы записывали второй раз в истории нашего канала предсказания в Лиге Чемпионов. В том году мы также это делали, снимали также наказание, вышло, ну, для нас это, естественно, прикольно посмотреть, кто как разбирается в футболе. Вот, мы разбирались и угадывали, кто на какие строчки будет в группе, российские клубы докуда дойдут и какие строчки они займут, и победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы мы пытались угадать. А сейчас у меня 21 очко, в 21 прям играем, у Максима 19 и у Свята 17 получается. По 2 очка разница. Да, я пробиваю Святославу 4, Максим ему 2. И я Максиму пробиваю 2 поджопника. То есть, как мы и планировали в самом начале, вот такое вот наказание. Они не будут меняться. Мы, наверное, будем и третий год подряд записывать предсказания в Лиге Чемпионов. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Ну а сейчас переходим к самому интересному, это наказание. Не попал? Нет. Попал. Ну ладно, по локтю. Попал. Ну ширканул ему так. Вот это было, он сейчас ширканул ему так же по левой. Ладно, тоже ширканул его. Ладно, все это. Прошу на... Давай, просто. Меху рукой покрывать. Хорошо, что закрыл. Все. По ногам исфигачил меня. Ну что ж, друзья, большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей. Папарацци! Насилую! Максим, Свят, ссылочки на всех есть в описании. С вами был канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.